классе сочинение было на тему «Что бы вы хотели, чтоб Бог для вас сделал?» И они писали о том, что хотели, и просили Бога, как могут ли же дети. Вечером она проверяла тетрадки, привлекло внимание одно сочинение. Прочитала: «Господи, как был бы рад я, если бы ты сделал одно превращение. Если б ты меня превратил в телевизор, я бы стал для каждого центром внимания, о себе заботу поломкой бы вызвал, сразу все бы мною тогда занимались. Я хочу занять телевизором место, чтоб вокруг меня вся семья собиралась, мама, чтоб напротив садилась бы в кресло, и тогда б мы с нею часами общались. Слушали меня бы, не перебивая, и не задавали вопросов ненужных, и отец усталость свою забывая, от меня тогда бы уж не отмахнулся. Господи, я знаю, что ты всемогущий, не сочти желания мои за капризы, пусть они тебе не покажутся чушью, я хочу лишь жить, как любой телевизор. Мужу своему показала тетрадку. «Это же кошмар!» — он воскликнул в смятении. «Бедный мальчуган, видно, парню не сладко. Я таких родителей ставил бы к стенке». Влажными она посмотрела глазами. «Разве не знаком тебе почерк?» — спросила. И, закрыв тетрадь, еле слышно сказала: —